Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусную закуску из баклажанов. Закуска из баклажанов по-абхазски. С добавлением жареных грецких орехов, болгарского перца, зелени. Это очень вкусно. Стоит попробовать. Весь рецепт я напишу подробно под видео. Баклажаны нарезаем небольшим кубиком. Если они горчат, заранее нужно их замочить в подсоленной воде на полчаса. Мелко нарезаем болгарский перец. Измельчаем чеснок, зелень. На растительном масле обжариваем до полной готовности баклажаны. Во время того, как баклажаны жарились, я их посолила. Баклажаны готовы, перекладываю их на бумажное полотенце и пропитаю вот так, чтобы убрать лишнее масло. Перекладываю в миску. Грецкие орехи я обжаривала, порезала миленько, так же, как и зелень и болгарский перец. Все добавляем к баклажанам. Можно добавить острый перец по желанию и попробовать на соль. Перемешиваем, и закуска готова. К этой закуске желательно постоять 2-3 часа в холодильнике, и тогда она будет еще вкуснее. Друзья, если вам понравилось мое видео, делитесь ими со своими друзьями в соцсетях, ставьте классы и подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать колокольчик для того, чтобы вовремя увидеть все мои видео. Спасибо, что были со мной. Здоровья вам и вашим близким!